блядь, волнуются. Ну, конечно. Это не поскольку не отнимать. Это еще будет сколько? 3 или 5 минут будет? До минуты? Не, сейчас она сделает раскладку белья и потом включится отжим. То есть уже полоскания уже не будет? Не, полоскания не будет, но уже отжим будет уже в самом-самом конце. Все, Ленке послала ботанический сад. Да. Смотри, как это все. Боже, как ты умеешь? Для чего? Сделать конфетку. Слушай, а вот космонавт красивый, Лариса. А вот же молодец. Слушай. Лариса, хватит тебя. Да, супер. Хватит пока. Ты не считаешься шире. Это мое? Сейчас бегу. А что, вы ждете, когда надо стучать? Сейчас. Отжим. Когда отжим. На отжиме что-то вообще. Давай я тебя проведем. А, там я попробую. Да, выходи туда. Хорошо. На связи. Кроме этого звука еще и било. А теперь то второго страшного нет. Только этот остался. Это резина пищит. Вот и брат, потому что немножко неравномерно разложило, поэтому. Это ничего страшного. Что? А стирали что тогда ваши вещи выбили, да? Нет. Ну там гнойно такое вот. Когда спущало? Большие, я еще не бралась ни куртки. Машина дома стояла или ходила ходуном? Стояла на месте, стояла. Но сын, говорю, немножко подвигал ее, что-то постучал по ней, так с боков взялся, как-то немножко сдвинул. Уже правда зависит от того, как стоит. Колеблется. Что-то он подошел, вот так он его, что-то немножко сдвинул как-то ее. Сейчас у нас закончит, я ее еще раз включу, посмотрю. Я тут же на 1000, а я никогда в жизни не стираю на 1000, не стал только на 800. Можно на этих оборотах, но 1000 буду выставлять тебе. Спасибо.
так, то что уже ничего оправдать. Не так дело, не так много стоял, что видел. Когда вот так вот заканчивалось, вот,